Сообщите Помпео о моем прибытии. Держись рядом. Если только попробует дернуться, доставай меч. Дай мне поговорить с твоим командиром и выяснить, что он задумал. Он с нетерпением ждет вас. Почтенный Помпей, мой отец сожалеет, что не смог... Это я сожалею. Я надеялся увидеть самого императора, но судьба послала мне лишь его бледную тень. Это тот самый меч, который отнял жизнь у Крикса. Людей мальчишки связать и подготовить к походу. Вставай! Пошел! Ты оставишь им жизнь? Они помогут нам почтить мертвых, прежде чем пополнят их ряды.